А этому предприятию исполнилось полгода. Но оно уже пользуется доброй славой у многих мелиораторов Северо-Запада. В цехах Вологодского ремонтно-механического завода обретают вторую жизнь мощные экскаваторы и большегрузные машины. Здесь создают навесные корчеватели и запасные части для землеройных агрегатов. С первых дней молодое предприятие работает с опережением графика. Это позволит коллективу завода успешно выполнить свои предсъездовские обязательства, завершить годовую программу досрочно.